Всем привет, с вами Марс. Мы продолжаем проходить дополнение к Скариму Даунгард. Мы находимся в катакомбах замка Валкихар и ищем Масираны. Крайне мерзкое место. Поверьте мне на слово. Мы прошли через кости, через адских гончих. И через довольно-таки сильных скелетов. Я уже боюсь даже представлять, что нас ждет впереди. Как бы это ни было, мы это пройдем. Да, не повезло тебе. Прости, чувак, я тебя поломал. Я думаю, ты не обиделся. Не будем зацикливаться. Блин. Хорошо. Пошли. Все нормально. Блин, Сиран, аккуратно. Двор. Ну ладно, пошли. Двор так двор. То есть тут никого нету? Солнечные часы. Какие-то грибы. This used to lead into the castle's great hall. Так, ну тут, в общем-то, ничего нету. Корни. О, ждите, что-то в озере. А что я взял? Блин, где она? Сиран! Блин, я Сиран просто. Что мы тут делаем? А, то есть, надо найти вот эти все кусочки. Все, я понял. Так, где-то валяются тут. А, вот это? Да. Хорошо. Сюда. Так, еще. Еще один. По закономерности они где-то по углам должны быть. Так, отсюда мы вышли. Тут ничего нету. Может, сверху где-то. Где-то тут. Где-то там мох. А, вот. Все. Так, такая легкая. Давай. Все? Вот. Похоже на ворота в черный предел. I've never been in those tunnels before. Ой!
Хватит болтать, пошли. Нас ждут тайны. Блин, это утомительная загрузка. Это кошмар. Ну, вот так. И все? А. Слепой. Не увидел. Ладно. Блин. Скелет. Еще скелет. Надо что-то делать. Попробуй их вырезать с лука. Сделали то, что просветы между латами, урона проходит больше. Ой. Ой. Ты не вставай. Who's there? И ты. Всем лежать. Тебя тоже. Стрелы я еще на вас буду тратить. Блин, где мои стрелы? Хоть кто-то, отдайте мне. Сейчас мне стрелы. Так, ты. Хорошо. Идем дальше. Так. Дергули. А ну, скотина, сдохни! Нихера себе! Фу. Идем дальше. Так, где-то тут скелет? Не просто где-то. А вот он. Мадиха. Спать. И ты спать. Все бы там. Блин, прикольно. Гаргулья. Спать. Who's there? You knew I heard. Кто там? Ой. Хотя я не видел. Так, спокойно. Чего? Гиблый древний нордский лук. Вы еще не видел. Так, завал. Все еще двигаемся вперед, все еще живы. Это хорошо. Та-та-та-та-там! Этот шум скелета он меня бесит. Я думал, все равно просто работает. Блин. Все равно.
Держись за мной. Так, ну тут вроде никого, а нет. Мадзи, там что-то ходит. Вот там что-то. Стой. Спокойно. О, еще парализовало. Прикольно. Так, хорошо, двигаемся дальше. О, еще одна загрузка. Ты же не встанешь? Я думаю, встанет. Да. Ну, конечно же. Это же предсказуемо. Блин, хоть бы раз сделали так, чтобы оно не вставало. Все бы было нормально. Уже бы хоть чуть-чуть боялись этого. Так, блин, что я сюда пришел? А что я открыл в таком случае? Нет, сюда нам не надо. Нет, куда идти? Я запутался. Стоишь, не стой. Блин, куда идти? Тут завал. Тут адепт. Close, а куда мы идем? Я пока что не понимаю. Тут тупик, тут разобран. Откуда ты? Ты взялся? Вот откуда? Ну зачем ты его подняла? Так, ладно. Двигаемся вперед. Тут я дернул за ручку. Я не знаю, что это дало, но сейчас будем искать. А, вот это вот, скорее всего, да? А ну. Да? Блин, как я мог протыкать этот момент? Мадзика прав. Скелет, отдай стрелу. Молодец. Мадзика прав. Я не попал. Опять не попал. Иди нахер.
хвост, скотина. Блин. Злой какой-то он попал. Шуток не понимает, что ли? Щет. Ну-ка. Прямое попадание. Там чуть-чуть не читаю. Все равно, молодец. Пошли. Блин, это еще не все. Слушай, убей, пожалуйста, вот это. Меня бесит. Правильно. Все равно. Ладно, стой там. Что-то коридор такой подозрительный. Так, ну, продвигаемся. Очередные скелеты. По частям, по запчастям. Да, тут... Блин, ничего. Сколько же по этому подниму? О, чё-то заподнимал. Ты будешь вставать? Нет. А ты? И ты не будешь? Ну ладно. Ага, не будет он. Спать, скотина. А ты? О, ты оживила эту дуру. Подожди, убей его. Во. Ладно, ладно. Где? Я хочу на гробы посмотреть. Бутылка. Понимаешь? Серебряный меч. О, это не поможет. Роскошная вампирская броня. Тут, знаешь, как? Богатая одежда. А тут нифига. А ну-ка посмотрим на роскошную одежду. Магия восстанавливается на 125% быстрее. О, это такая, как у этого, как у лорда вампира. Слушай, Сиран, походу я тебе обновку нашел. Моя, конечно, бронка лучше. Ну-ка, иди сюда. We're getting close. Sure. Хочу обменяться с тобой вещами. Да всякого дома. Ну ладно. Держи. Turns out my mother is smithier than I thought. I wonder what she's hiding. Я тебе сказал. Alright, let's see what you have. Одевай. Turns out my mother is smithier than I thought. Дура! Ладно, ты не достойна. Показывай, что нам сюда, да? О, подсвечник. Вот это круто. Блин, круто. Ладно.
И что? Look at this place. This has to be it. I knew she was deep in heaven. I mean, she taught me everything I know. But I had no idea she had a setup like this. She must have been the biggest collector these components. What's the dragon? I'm not sure about this circle, but it's obviously something. Let's take a look around. There has to be something in here. My mother was meticulous about her research. If we can find her notes, there might be some hints in there. Mm-hmm. I remember she used to keep a small journal. See if you can dig it up. Должно быть что-то вроде дневника, да? О, дневник Валерики. Так, читайте на паузе. Нет, не на книгу читать. Так. Не пишите, матери нашли. I only know what she told me. She had a theory about soul gems, that the souls inside of them don't just vanish when they're used. They end up in the soul can. The soul can is the very powerful камня душ. Necromancer summons souls, and it's там сохраняются все души умерших. My mother spent a lot of time trying to contact them directly. She travels the soul can itself. Блин, я туда не хочу, у меня там много врагов. That circle in the center of the room is definitely some type of portal. If I'm reading this right, there's a formula here that should give us safe passage into the soul camp. Что нам понадобится? A handful of soul gem shards, some primer ground polymer, a good bit of purified holy salts. Ну, костяную муку я нашел. We're also going to need a sample. If we could get that, we wouldn't even be trying to do this in the first place. Так что ты переживаешь? У вас ведь общая кровь. Not bad. We better hope that's good enough. Mistakes with these kind of portals can be gruesome. Anyway, enough of that. Let's get started. Здесь oh, серия, Гент. Mother would have plenty of those materials in her laboratory. We just need так, осколки камня душ, очищенные соли пустоты. Значит, они где-то тут валяются. Так, ну, пойдем пробежимся по столикам, посмотрим. Having trouble finding those ingredients? Так, камень душ. Having trouble finding those ingredients? Во! Нашел. Черный камень душ. Сразу тырим все ингредиенты. Блин, где еще? А, вот. То есть, вот таких вот мисочках она хранится. То есть, запомните, очищенные соли простоты тут. Сейчас, секунду. Камень душ. Осколки камня душ вот тут. Блин, а костяная пыль где я брал? А, костяная пыль вот здесь. Итак. Что, начнем ритуал. Check the ingredients in that vessel and let me know when you're ready. Так, моя мать содержала впечатляющую лабораторию. She had an alchemy set up in a drawing room. Nothing that even comes close to what's here. Что она исследовала? The equipment and materials. Looks like she was trying to advance her necromancy. Что именно? I don't know. Certainly not longevity. Kind of a waste of time for a vampire. Ага. Такое. Let's get all of the ingredients in the vessel. Дальше. Then the rest is up to me. Are you ready to go? I'm not Приступим. Okay.
Here goes. Что там есть? Ой. I made the portal to Sulphur. Incredible. Ой-ой-ой. Блин. Прикольно. Это можно сравнить только с концом финальной линии, как я попадал в Саундгард. Блин, прикольно. А, что происходит? Блин, она меня убивает все равно. Что произошло-то? It's hard to describe. The soul can is, well, hungry, for lack of a better word. It's trying to take your life essence as paint. Значит, нет способа попасть. There might be, but I don't think you're going to like this. Vampires aren't counted among the living. I could probably... Я не буду вампиром. Not your first choice, I guess. Должен быть другой способ. Maybe. We could just pay the toll another way. They want a soul, so we give it a soul. Yours. Да. Разве это меня не убьет? My mother taught me a trick. I could partially soul trap you and offer that gem to the ideal masters. It might be enough to satisfy you. It would make you a bit weaker when you travel to the soul camp, but you might be able to fix that once we're inside. Maybe. Это все мои варианты. I'm sorry. I wish I knew a better way, something that would be easier for you. Just know that whatever path you choose, I won't think any less of you. Sometimes things just have to be done. I know that better than anybody. Вампиром я ставить не буду. Well, looks like some other guests have taken over since my mother left. Захвати мою душу. Sure. I'm willing to do it, but you need to think it through. You are no mortal, but you'll find yourself weakened in the soul. То есть. Ну ладно, ослабее так ослабее. Решение принято. I know this is difficult for you. I hope you trust me. I never do anything to hurt you. Ладно, я тебе доверяю. Thank you. Let's not waste any more time. I promise to make this as painless as possible. Hold still. Все-таки думаю, я... Ты не скотина. Ой. Высосала из меня душу. Прям бездушно. Ладно, пошли. Блин. Меня настораживают те слова. Потому что я стану слабее, но вампиром мне становиться не будет. Меня не поймут. Просто стражи рассвета. Хотя, по идее, в любой момент я могу вылечить. Нет, нет, должны быть принципы. Вот блин. Вашу мать. Красиво. Душа. Да, невероятная локация. И на этом, пожалуй, завершим. В следующей серии мы отправимся на поиски Валерики по этому миру, по этой каверне душ. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до новых видео.